Доброе утро, ребят! Таль уже начинает наливать, я смотрю. Все рады. Будем лететь. Летом мы меньше катаемся. Почему, ну, обратно же только... Потому что жарко и не всегда получается. В рапторах прикол, что если 30 и плюс, то не стоит выезжать. Вот что-то летает на чем-то. А, ну самолетики. Самолетики. Видите, кто что, да? Кто самолетики, кто, блин, вертолетики, кто квадрики. Вот сейчас сидел с пацаном русскоязычным. Приехал на Yamaha R1. Тоже пообщались чуть-чуть. Сколько, говорю, стоит? Ребят, 160 тысяч шекелей. Разделите там на 3,5 и получится в долларах. Вы представляете, цены какие? С ума зашли. Не видно. Чуть-чуть поближе к Михе. Макс тоже снимает на камеру. Кайфую от этого. А раньше у меня такой был, ребят, недавно. Загорелся посредине поездки. Я его отнес к этому дилеру, впихнул назад, взял это. Хорош, ребят. Природа хорошая. И люди, в принципе, неплохие. Доброе утро, страна! Макс, красавчик, блин. Видите, мало русскоязычных. Было больше русскоязычных, мне было бы... Ну, легче как бы с кем-то разговаривать, а так почти нету. Хотя есть два друга, взяли, короче, все этот Баги Вильям, кто знает, фирма Segway. Вот, но они живут туда поближе, где стреляют, короче. И я думаю, не знаю, на следующей неделе, но в ближайшее время хотим к ним поехать, покататься с ними. Тоже познакомить. Это два парня русскоязычных. Первый квадрик, второй квадрик. Ребят, это зря трата денег. Просто когда вы покупаете там технику,
неважно какую. Понимаете, что с самого начала гасить на все 100 нельзя. Вот и все. Некоторые покупают, у них нету никакого понимания, что оно такое, начинают купить, разбиваются, потом сказки рассказывают. Кто не катается на квадрах, он меня не поймет. Макс, походу, забыл камеру включить. Ну ничего. Бывает, у меня тоже такая фигня. Часто бывал. Думаешь, включил, не включил. Тут еще микрофон добавил. Микрофон надо тоже включать отдельно. Блин, иногда забываешь. А если забыл, то звука нету, короче. Вы не представляете, сколько иногда вещей я тупо красивых удаляю, потому что звука нету. Ну а что с ним делать? По поводу музыки, ребят, я там мне пишут музыку. Слушайте, во-первых, это реально, ну, тяжело подбирать музыку. Это надо каждый раз что-то новое искать. Это столько времени как бы забирает. Поэтому не обижайтесь. Может, в дальнейшем я куплю какую-то программку, блин, там, где есть нормальная музыка. И не надо париться, и тогда буду ставить музыку. Пока, мисс, ребят, не обижайтесь. На нейтралочке. И покатились. Макс с нами. И покатились, ребятки. Пенсионеры, ребят. Блин, вот это мы летим. Блин, мне какая-то фигня, ребят, залетела. Лес святых, кстати, это называется. Тут мы сейчас заезжаем. Лес святых. Идея, у нас есть тут место, короче, горка такая, мы поднимаем сюда, и там видно очень хорошо, обзор такой. Круто, маргарит прямо. Вообще, блин.
Посмотри, хуёво. Как дела, брат мой? Хорошо, хорошо, как дела? Очень хорошо. Всем привет. О, красавчик. Всем привет. Короче, ребят, смотрите, какое место я вам сейчас покажу. Домик, а? А чё я? Сейчас покажу место. И мы тут кофеёк будем пить. Смотрите, да, круто как. Дорога. Прикольно, да, там жить в горах. Да, Макс? Что ты там рассказываешь? А, ну, блин, наш показывать людям, какая у нас красивая страна. А ты знаешь, некоторые думают, Израиль, это, блядь, пустыня, все, больше там ничего нету. Но у нас, сразу нашей радостью, есть леса и хвалом. Как круто, да? Сейчас тут кофейка, и будем делать хорошо. Все, ребяточки, сейчас еще, может, что-то подсниму так. Ну, круто, блин, да? Обратно же, ребят, сейчас в летнее время чуть будет меньше видео, потому что, ну, реально, не получается каждую неделю выезжать, потому что, ну, жарко, жарко, прям очень жарко. Ладно, продолжение следует, ребят. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.
by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Ребятки, не заметил, короче, микрофон не включил, когда подъезжали. Смотрите. Круто, да? Смотрите, как классно. И горы, и посередине речушка такая течет. Ну, все говорят, что она вонючая. Поэтому купаться мы не купались. А мы собираемся в сторону дома. Короче, ребятки, все, в сторону дома, посмотрим сейчас как полетим. У меня есть отдельный микрофон, который я забываю иногда включать, и тогда звук не записывается. Поэтому, ребятки, что-то будет с музыкой, а что-то будет со звуком. В шлеме мурашки, я прыгаю, мурашки в очках, ну не в шлеме, а в очках, и прыгаю тоже. Не видно, блин, такая жопа. Тут так можно покататься, блин, хорошо. Если бы это, ну, зимой. Сейчас уже, короче, не сезон, по большому счету, в Израиле. Блин, красиво.
откуда это течет, блин. Круто. Чуть-чуть запах хороший. Домой приезжаешь, нос весь, как бетономешалка, блин. Пару метров от тебя не вижу. О. О. Надо отдохнуть, ребятки. А да что-то, блин. Ох, я нахолался пыли. Нормально. Смотрите, сколько пыли. Срочно помыть надо будет. Короче, продолжаем, ребятки. Жарко, блин, я уже хочу, короче, доехать до машины. Ничего уже не хочу, не хочется. Едешь нормально, да? Да, ребятки. Я вам даже не знаю сказать, когда я в следующий раз выйду. Или просто надо выезжать или одному, или вдвоем там, не больше. Потому что так невозможно. Все, вот уже заправка.
ребятки. До следующего видео. Я устал.